Привет всем зрителям канала Мыло Опт. Сегодня мы с вами научимся делать крем для тела с антицеллюлитным комплексом и с комплексом антистрий. Этот крем будет иметь достаточно плотную основу, густую, он будет питательным и ароматным. Для этого нам потребуются такие ингредиенты: эмульсионный воск, цитиловый спирт, какао нерафинированное, гидролат василька, антицеллюлитный комплекс, комплекс антистрий, концентрат йогурта, витамин F, консервант Косгард и эфирные масла розы Дамаск, пальмарозы и герани. Также у нас в составе будет масло кунжута, жидкое базовое. Масло ши, и пальмовое масло. Я взвесила на электронных весах все ингредиенты в такой пропорции. Из расчета на 135 грамм крема у меня получается 3,1 грамма пчелиного воска, 6,8 грамм жидкого базового масла, 31 грамм твердого масла. В нашем случае это масло пальмы, ши и какао. 13,5 грамм эмульгаторов, из них 6,5 цитилового спирта и 7 грамм эмульсионного воска. 75 грамм гидролата василька. И всю эту смесь теперь мы топим на водяной бане и после тщательно взбиваем. Вот такой у нас после взбивания получился красивый густой крем, плотный. И сейчас мы добавляем активную фазу. Концентрат йогурта. Около полграмма, грамм. Два с половиной грамма комплекс антистрий. Тоже 2,5 грамма антицеллюлитного комплекса. Пять капель консерванта Косгард. Пять капель витамина F. И по нескольку капель эфирных масел розы, герани и пальмарозы. Сейчас мы снова взбиваем наш крем и затем определяем его в баночки. Вот такие у нас в итоге получились красивые антицеллюлитные крема для тела с цветочным ароматом.
Спасибо всем за просмотр. Напоминаю, что все ингредиенты для создания этого крема вы можете найти на сайте Мыло Опт. Всем пока!